столик. Все. Встречайте своего пенсионера. Закончил последний в жизни трудовой день. И лыжи? Да, и лыжи. Чтобы закалял здоровье и мазь. Ах, даже и мазь. Даже и мазь. Угу. И возьмите портфель. Да. Весь плановый отдел провожал меня до самой проходной. Да. Угу. А начальником теперь будет Горшков, да? Горшков, да. Ну чего, парень подходящий. Думаешь, что справится без меня? Ну, конечно, справится. Да, да, по-твоему. А вот главка завода другого мнения. Да, Толик. Постой. Директор прямо так сказал. Мы не мыслим себе жизни завода без Королева. Все рыдали. Да. Да. И поэтому ты весь в губной помаде. Да. Да. А где? Вот. И вот здесь. Ну. Это парторг. Это несмываемые. Да. Это парторг. Их у вас много на заводе? Да. Что? Да ну. Так. Ну, как же мы теперь будем жить? Два пенсионера. Прекрасно. Прежде всего, сядем в свое кресло. Сядем. И выпьем крепкого чая из своей любимой чашки. Чай. Да, чаю. И я тебе расскажу, как мы будем жить дальше. Как? Будем ходить по музеям, театрам. Сходим в цирк, где мы с тобой не были целую вечность. Вечность. И, наконец, ты прочтешь все свои подписные издания. О, да, прочтешь. И я уверена, ты все равно будешь бегать на свой завод каждый день. Ну, каждый день, я буду. Ну, чего мы расстраиваемся? Квартира у нас отдельная, дочь взрослая, долгов у нас нет. Ого! Ну, почти нет. Ну, что же, пусть нынче будет праздник по всей форме. И с шампанским. Ах, вот это другое, да. И с шампанским. Это начало новой жизни. Да. Да. И никаких гостей сегодня. Правильно. Проведем вечер в кругу семьи. Вот придет наша девочка, и мы сядем за стол. Кстати, я начинаю волноваться. Где она? У нее срочная работа. Действительно, Москва сильно перенаселена. Звони подругам. Звонил. Кому? Всем. Кому всем? Да ну всем. Ну, Тимуру, Муре, Мире, Тамаре, Маре. Ну, всем звонил. И все спят. Звони к Склифосовскому. Ну, нет, Таня. Так жить совершенно невозможно. Девочка архитектор. У нее могут быть свои дела, свои увлечения.
какие увлечения? Ну, какие угодно. Наконец, девочка может влюбиться, если хочешь знать. Что случилось? У вас дверь открыта, Настя. Переживаете, как всегда. Ну, что мне с вами делать? А между прочим, на работе меня уже год называют Людмила Анатольевна. Тем не менее, домой ты обязана являться вовремя. Как бы тебя ни называли на работе. Ну, граждане, ну дайте мне... Нам прекрасно известно все, что ты скажешь. Я уже знаю наизусть все телефоны моргов и приемных покоев города. А у Склифосовского просто знают наши голоса. Какая бессердечная девчонка! Папа, я самостоятельный и взрослый человек. Я даже замуж вышла, если хотите знать. И можешь выходить куда тебе угодно. Но домой ты обязана. Позволь, позволь. Что ты сказала? Игорь, войди. Добрый день. Ну, допустим. Присаживайтесь, Игорь. Благодарю вас. Ничего, папочка, он постоит. А вот тебе лучше сесть. Благодарю вас. Дело в том, что мы с Игорем решили пожениться. Мы даже заходили в ЗАГС. В общем, это мой муж. Да, вот я на вашей дочери женился. Муж. Мамочка, мы... Мамочка, мы хотели, чтобы все было неожиданно. Мы хотели сделать вам сюрприз. Да, этого ты добилась. Папа, папа, вы же знали, что мы с Игорем давным-давно встречались. Целый месяц. Полтора. Полтора. Да, это, конечно, срок. Хоть бы из автомата позвонили. Мы бы... Анатолий Кузьмич, я хотел сказать вам лично, я Люсю, и вам, Татьяна Ивановна, тоже лично, я Люсю очень, просто ужасно. Наверное, нужно было раньше, а теперь я, конечно, не знаю, но с этим, конечно, ничего не поделаешь. Наверное, уже поздно. Я думаю, что нас все-таки надо поздравить. Ну что ж, Таня, давай их поздравим. Будьте счастливы. Будьте. Да, непременно. Удивительные вещи. Мотоцикл Цундап. Что? Цундап. При объеме цилиндров 750 кубиков и мощности 39 сил на 100 километров тратит только 10 литров бензина. Точно? Имеет тяговые усилия до 3 тонн. Прекрасно. А как вы будете жить? А мы уедем. Куда уедете? Снимем комнату, а потом получим квартиру в Спутнике. Правда, Игорь? Какой Спутник? Город Спутник. Наша мастерская проектирует этот город. А вам разве не известно? А вам, Игорь, известно, что ваша жена за всю свою жизнь не сварила тарелки супа? Вы что же, рассчитываете летать с вашего спутника обедать в Москву в кафе «Ландыш»? Татьяна Ивановна, вы, вероятно, читали постановление правительства об улучшении сети общественного питания. И следует... А стирать и гладить она тоже не умеет. А в спутнике все будет налажено идеально. Утром звонок в дверь. Приходит из прачечной и умоляет, нет ли у вас грязной рубашечки. Грязные уносят, а чистые приносят. Вот и все. Это просто великолепно. Толик, может, ты что-нибудь скажешь? Да, я скажу. Я скажу. Всю жизнь мы прожили в одной тесной комнате. Тяжело работали, растили дочь. Мать шила по ночам.
Я брал на дом годовые отчеты. И вот теперь, когда все хорошо, когда мы вышли на пенсию, когда у нас отдельная квартира, и вдруг расстаться. Я не понимаю. Не понимаю, почему нельзя строить семью у нас, дома? В отдельной квартире. Папочка, ну хорошо, мы никуда не уедем. Мы будем жить у вас. Пока. Правда, Игорь? Ну, разве что пока. Куда? На завод. Куда? На какой завод? Как какой? Ах, да. Ну, все равно. Пойду посмотрю, как там Горшков без меня справляется. Молодые люди, вставайте. Уже 20:00. Таня, погляди, у тебя цветок распускается. Смотри. Розовый. Да. Толик, это же редчайший случай. Да? В обществе просто будет сенсация. Татьяна Ивановна Королева вывела розовую корефанту. Да. Ну, посмотри, какая прелесть. Да. Ну, ладно, пойдем завтракать. Пойдем. Мурзик. А ну-ка, прочь с моего кресла. Далее погорячей. И покрепче? И покрепче, да. Спасибо. Что они делают, а? По-моему, выбрасывают наши вещи. Да. Мы садимся завтракать. А мы устраиваем нашу комнату. Угу, вижу. А... Папочка, фотографии на стене сейчас как-то... Правда, Игорь? Да, Анатолий Кузьмич, фотографии. Мы решили повесить вот это. Вот это? Вот это да. Лет... Эти вещи находились в нашем доме, и я не знал, что они безвкусные. Да. Эту вазу мы купили на Кузнецком. Под новый 30-й год, помнишь? Да. Безвкусные вещи. Мы с этими вещами начали жизнь. Конечно, они архитекторы. У них свой вкус. Анатолий Кузьмич, что ж вы стоите? Присаживайтесь. Благодарю вас. Игорь, а вам не мешает такая громкая музыка? У нас в общежитии днем и ночью. Да? Как себя чувствуете, Анатолий Кузьмич? Лучше всех. Ну, а вы как устроились на новом месте? Превосходно. Отлично. Вот только перевезу снаряды, все будет в порядке. Какие снаряды? Гимнастические. Люшка, мы опаздываем. Ура. Угу. Благодарю. Спасибо.
снаряды. Раз! Два! Горько! 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 Регламент! Три! Опа! Ребята, пока! Здорово! Здорово! И все это происходит в рабочее время. И главное, без ведома руководителя мастерской. У вас есть совесть? Совесть? У нас есть совесть? Нет? Нет. Может, возьмем их на поруки, Борис Владимирович? Да-да-да. Попробую. Последний раз. Будьте счастливы. Спасибо. Ну, дивертисмент окончен, друзья. Давайте пойдем работать. Вот. Проектирование 12-го микрорайона, Игорь Николаевич, решаюсь поручить вашей бригаде. Займитесь проектным заданием. Вот это свадебный подарок. Но не увлекайтесь, Игорь Николаевич. Помните, материалы будут земные, лунного камня не будет. И сроки будут тоже земные. Может, примем снотворное? Не поможет. Не? Да. В семье появился чужой человек. Мы должны его полюбить. Но мы тоже когда-то были чужими. Конечно, они должны жить с нами. Без нас они просто пропадут. Люська взрослая дама. Черт-те что. Они еще дети. А ты не тревожься. Он производит хорошие впечатления. Да. Он смешной. Слушай, как ты думаешь, я имею успех среди твоих? Безусловно. Особенно, если ты не будешь плюхаться в папино кресло и хватать его чашку. Я же не хотел. Понимаю, понимаю. Вообще-то я нравлюсь людям. Степенный, положительный тип. Ты уверен? С тех пор, как я покорил тебя с первого взгляда. А как тебе мои? Чудные старики. Давненько я не брал в руки шахмат, давненько. Ну что ж, Василий Васильевич, посиди в тишине, там чайку, и я тебя обыграю. Ну так, значит, дочка замуж вышла. Да. Значит, дочка замуж вышла. Ну и как же это на вас отразилось? Пока что нормально. Нормально? Да. Они, значит, там, а вы, значит, здесь. Да, но они люди молодые, а нам и тут хорошо. Тихо. Уютно, спокойно. Супруги Виноградовы дома? Здравствуйте. Виноградовы. Ага, спасибо. Твой ход. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Так вот, девочки, в этом... Твой ход. Я знаю. Толик, да? Сейчас ко мне придут из нашего общества. Мне только что позвонили. Зачем? Ну как зачем? Посмотреть на мою розовую корефанту и зарегистрировать ее. А, очень хорошо. Василий Васильевич, посмотрите, какая прелесть. Прекрасно. Люся, ты что? Хочу напоить гостей чаем. Люся! Ой, не двигайся. Иди к своим гостям. Я сама подам вам чай. Мамочка, ну тебя же дела, ты хотела куда-то идти. А ты хотела разбить посуду, пока меня нет? Таня,
Ну, пусть она похозяйничает хотя бы разок. Этот разок мне дорого будет стоить. Скоро мы вообще будем пить чай из консервных банок. Где это все будет? В Рио-де-Жанейро? Нет. Немножко севернее, старина, в Крюково. Все сооружения должны быть из сборного железобетона с пластиком. Полы, оконные переплеты, балконные решетки, все пластики. А ты представляешь, как это будет в цвете? Здравствуйте! 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 А вы к кому? Спокойно. Стиляги? Нет, архитекторы. Твой ход. Я знаю. Снобизм. Развели курорт. Карнавал на улицах. Да поймите, в этом городе будут жить работяги. Вот именно! И пусть поэтому он будет нарядный, веселый, радостный. Красное и черное. Что вы скажете по этому поводу? Да оторвитесь вы друг от друга на минуту. Очень, очень современно. Вполне 20-й век. Здесь, конечно, тихо, уютно, спокойно. Да. А может быть, все-таки пойдем на кухню, да? Пойдем. Пойдем. Ребята, никого нет. Можно? Красные и черные. Нельзя быть такими однообразными. Мамчик, к тебе твои цветоводы пришли, а? Твой ход. Да. Это еще что? А вот у Хомутовых из 12-й квартиры. Кто? У Хомутовых. Сын женился и дочь замуж вышла. Так вот, Хомутов-то диссертацию в ванной пишет. Ну, вам не помешает? Там очень тесно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ход. Да. Да, мы вступили в век эгоизма. Шаг, между прочим. Да, здесь, конечно, уютно, тихо, спокойно. Пойдем лучше в ванну, а? Пойдем. Да. Вы сорвали цветок. Это же несерьезно. Придется отложить ваш доклад, пока не распустится новый цветок. Только потому, что он смятый? Нет, потому что он сорван. Ну, как мы проведем сегодняшний выходной? Мы лично с Татьяной Ивановной пойдем в мебельный магазин. Зачем? Стоим в очереди на немецкий шкаф Хельгу. Сегодня, наконец, мы его получим. Зачем же вам еще один шкаф? Как зачем? Это же Хельга. Немецкий шкаф из ГДР. У всех в доме давно уже есть, кроме нас. Игорь, пойми, это уже неизбежно. Ну, а после Хельги? А после Хельги мы вернемся домой и будем отдыхать. Да. Небогатая программка. Значит так... Сегодня вашим гидом буду я. Толик, не соглашайся, это рискованно. Ничуть, Татьяна Ивановна, вы не можете себе представить, сколько удовольствия можно извлечь из одного обыкновенного выходного. Люсь, карту. Прошу вас. Значит так, объявляю маршрут. 10:00, пляж.
Слушай, Люська, поезжай со стариками домой, я прекрасно все сделаю сам. Хорошо, постарайся остаться в живых. Еще правей. Еще. Стоп. Вот так. Теперь сними портрет. Вот здесь мы и поставим нашу Хельгу. Привет. Единственный светлый миг в этом волшебном воскресенье. Спасибо. Пошли, ребята! Ну, все. Теперь по воскресеньям горе знать не будем. Собственный транспорт. Все деньги с книжки взял. Ява. Двухцилиндровый. Моноблок. Это же бывает один раз в жизни. Телескопическая вилка. Карбюратор с падающим потоком. А только телескопической вилки нам и не хватало. А Хельга? С Хельгой все в порядке. Поехала в Братск малой скоростью. Пришлось уступить очередь двум ребятам. Такие хорошие ребята тоже недавно поженились. Комната есть, а мебель нет. А объем у него 350 кубов. 350, понимаешь? Резина с шипами, она нигде. Но мы же столько времени отмечались. Не горюйте, Татьяна Ивановна. Я вам таких хельк сколько угодно достану. Но вы знаете, я его как только увидел, у меня все оборвалось в груди. Ну, вот вы посмотрите, посмотрите. У него сзади тоже амортизатор. Вот они. Ну-ка, попробуем. Вот, да. Нравится? Что случилось? Что тут происходит? Кто стреляет? И потом они совершенно не считаются с нами. Ты слишком драматизируешь, Таня. Тебе тоже было когда-то 25. Да, но я никогда не привозила родителям в дом мотоциклы. Мотоциклы нет. Ты делала гораздо хуже. А что тебе делала хуже? Не помнишь? Тебе, конечно, виднее. Ну да. Толик. Что? А может, наша картина действительно безвкусная, а? Я сам об этом думал. И ты знаешь, Толь, я тебе скажу. Слушай, они не очень обиделись? Не думаю. Особенно, если к мотоциклу привыкнут мама. Ну, я же их тоже буду возить. Ну, конечно. Славные они у тебя. Ты знаешь, я к ним очень привязался. По-моему, на них тоже действует твое обаяние. Ты думаешь? Я говорю, ну я не могу. Это уже 12-е упражнение. Не упражнение, а санна. Дыши. Через каких-нибудь 5 лет я с тебя сделаю настоящего йога. Чего? Через каких-нибудь 5 лет я буду инвалидом второй группы? Не боишь. Ты знаешь, что такое йог? По нему может проехать пятитонка, у него даже дыхание не нарушится. Я не хочу, чтобы по мне ездили пятитонки. Дыши, дыши. Что там такое? Ничего особенного. Стоят на головах. Ой.
станет. А может быть, теперь все по утрам стоят на головах? Вероятно. Виноват. А что, йоги тоже выходят к столу в майках? Нам работа теперь не в проворот. Большая Москва. Благодарю. 40 миллионов квадратных метров жилплощади. А? Ну, вы не беспокойтесь, таких квартир мы строить не будем. Чем же, позвольте вас спросить, эта квартира вам не угодила? Жить, конечно, можно, но смежные комнаты, купеческая лепнинка, бордюрчики, шпингалетики. А подсобные помещения? Ведь некуда же поставить мотоцикл. Все это неудобно. Неудобно и, следовательно, некрасиво. Вот, Танюша, я этой квартиры сколько ждал. А у него, видите ли, шпингалеты его не устраивают. Это молодое поколение вообще весьма самонадеянно и легкомысленно. Красивенькие рубашечки, узенькие брючки, эти йоги вниз головой под джаз-банд. Узкие брюки – это мода, а не идеология. Ну, конечно, я же понимаю, вам ближе абажурчики с бахромой, под ПТНР вазочки с русалками. Что? Что вы сказали? Игорь, что у вас с брюками? Да как же вы можете судить о вкусах моего поколения? А почему вы критикуете мое поколение? Да знаете ли вы, молодой человек, что в вашем возрасте я уже днем работал у станка, вечером ходил на рабфак, а ночью я простаивал в очереди за билетами на галерку Московского художественного театра. А мы что, только джазом увлекаемся? А вам известно, что этот квартал, в котором вы живете, строило мое поколение? Мне одно известно. Что ваше поколение отличается скромностью. И я покорнейше прошу навсегда оставить мое поколение в покое. И мое поколение ждет от вас того же. Анатолий Кузьмич, как дела? Как молодые-то? Да как? Все нормально. Нормально? Да. Да, это еще что? А вот внуки пойдут, вот тогда... Да. Вылитый дедушка. Игорь, с этой минуты вы должны бросить курить. Какой пример вы показываете маленькому? Ты настоящий королёв. Анатолий Игоревич. Почему Анатолий? Ну, потому что нам так хотелось бы. Да, но мы с Игорем давным-давно решили, что он будет Вовочка. Ладно, ладно, пусть он будет Анатолий. Люся, пошли. Ну, где же мы будем жить, а? У нас в комнате, конечно. Да? Но у вас бывает визитер. Который нет-нет, да и закурит. Да. Ничего, привыкнет. А через месяц отдадим его в ясли. В ясли? В ясли? Так вы лучше сразу подкиньте его в ближайший подъезд. Таня. Значит, вы считаете, что ему в яслях будет лучше, чем дома? Да, но не можем же мы допустить, чтобы вы все время возились с нашим ребенком. Да, но в яслях ветрянка, сквозняки, коклюш и бог знает, что еще. Я сам воспитывался в яслях, а потом в детском саду. Да, ну что ж, это чувствуется. Ребенок будет жить дома. И у нас в комнате. Да.
Тра-та-та-та-та-та-та. Ушла кошка. Тра-та-та-та. Петровича, Петра Петровича. Ну, успокойся, мой маленький, ну, успокойся. Толенька, ну, не буди дедушку. Мы не будем расстраиваться. Посмотри, какие цветочки вырастила бабушка. Он какие красивые. А вот этот цветочек бабушка понесет в общество. Будет делать там научный докладик. Толенька, ну не плачь, мой маленький. Пшш. Ну не плачь, ну успокойся. Ну, ну вот видишь, дедушку разбудил. Ему петь надо, а не лекции читать. Ну что ж, спой сам. Ну давай сюда. Давай. Осторожненько. Хорошо. Толенька, а я немножко посплю. Да, поспи, поспи. Мы кузяки, и дух наш молод, куем мы счастье яблоки. Поднимайся выше, наш тяжкий молот, стальную грузину. Толик, вот, а? Ему же надоела эта песня. И мне тоже. Спой какую-нибудь другую. Хорошо. Мы красные кавалерия и травма, блинки чистые ведут рассказ о том, как у нас... Папочка, ну сколько можно петь? Ну должны же мы хоть чуть-чуть вздремнуть. И мы вообще считаем с Игорем, что вы неверно воспитываете нашего ребенка. Анатолий Кузьмич, зачем вы приучаете Анатолия к рукам? Это же не педагогично. Вот здесь черным по белому написано. Что написано? Значит, по-вашему, пусть ребенок всю ночь надрывается. Ничего, ничего. Пусть порет одну ночь, вторую, третью, поймет, что его никто не возьмет на руки. И уснет, и будет спать, как миленький. Я не позволю издеваться над моим единственным внуком. А я вам не позволю калечить моего единственного сына и делать из него тунеядца и стилягу. А я не позволю из моего внука делать и йога. Я никогда не давала плакать моей единственной дочери. Помнишь, Люсенька? Я не хочу ни в чем ограничивать моего сына. Если хочет плакать, пусть рыдает. Позвольте, я напишу про вас в «Комсомольскую правду». Вы не йог, а демагог. Вот именно демагог. Да, пусть лучше демагог, чем стиляга. Все, 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 теперь попытаемся заснуть. Я... Ты, все, все, все. Все. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы звон взять прямо. Мы идем гулять. А все-таки, Анатолий Кузьмич, и на Тихом океане свой закончили поход. Что же это будет? Дворец культуры? Ясли. Простите. Ясли, Борис Владимирович, это целый город. Это все ясли. Чтобы хватило мест всем детям. Ну да-да-да, так. Это интересно. Продолжайте. Понимаете, Борис Владимирович, простите. Я хочу, чтобы все, что придумано человечеством для удобной жизни, чтобы все было сконцентрировано в этом квартале.
Я хочу, чтобы это был самый удобный квартал в мире. Во Вселенной. Игорь, проснись. Где мы возьмем волнистый стеклопласт для вашего дома? Это же дефицит. Стройка может остановиться. Все эти материалы были на выставке. Да, но вы же прекрасно знаете, что от строительной выставки до строительной площадки... Я это все уже... это прекрасно знаю, Борис Владимирович. Но мы ничего не изменим в нашем проекте. И прежде всего это... Прежде будет... всего вам нужно выспаться. Помните, ребята, что да... Подачи проекта осталось 2 недели. Успеете? Успеем. Поднажмем. Сделаем, Борис Владимирович. Ну-ну. О, вот тебе раз. Слон-то у тебя новатор. Конем стал ходить. Да ты что, спишь, что ли? А? Что? А я люблю спать на улице. А я ничего не говорю. Конечно, не ночью ж тебе спать. Ночью тебе петь надо. А я люблю петь ночью. Это верно. Ночное пение, оно ведь что? Нервы укрепляет. Это еще что у тебя вот один внук. А вот у Хомутова из 12-й квартиры 2. О. Так вот сам Хомутов хочет с пенсии-то обратно на работу идти. Так он ночью-то плясал, а не пел. Да... Что-то там увидела страшного, мамочка. Бабушку. И как-то все быстро и неожиданно произошло. Что ты, мамочка, ты сегодня очень красивая. Да-да, красивая. И чья-то бабушка вся в голубом. Таня, мы опаздываем. Я готова. Вы что, оба уходите? Угу. Нам же надо на работу. У нас же проект. Да, а кто же останется маленьким? У нас билет в оперетку. Ну, у нас же работа. Какая же работа может срочная, быть? Срочная работа. Не срочных работ не бывает. Ну, у нас же горит проект. А у нас поцелуй чиниты. В конце концов, имеем мы право один раз ходить в театр. Мы пенсионеры. Мы на отдыхе. Ну, что будем делать? Нужно было удрать раньше их. Витя! Я Митя. Слушай, Витя. Я Митя. Тем более, у меня к тебе мужской разговор. Понимаешь, Митя, какое дело? Ты человек взрослый, серьезный. Вообще-то да. Сережка, это я, Митька. Сереж, лети к королеву. Да ж никого дома нет, я за хозяина. Договорясь же, с их пацаном сижу. Зайди за Женькой, а Женька пускай зайдет за Вовку, а Вовку за Витькой. Понял, да?
Раз, два, раз, два. Какой маленький уже спортом интересуется. А он ногами может? Вот, железный парень. Игорь его на йога тренирует. Митька, да брось этого пацана. Иди скорее сюда. Фильм «Сила». Ну, хватит, отдыхай. Что он у тебя, грудной, что ли? Лежи спокойно. Ну скажи, что тебе от нас надо? Спи, у нас свои дела есть. Ты так хочешь? Порядок, ребята! Ура! Придется заводить мотоцикл. Он, видно, технику любит. А можно? Можно, я хочу. Это просто великолепно. Очаровательно. Я очень довольна. Как? Вы разве не дома? А с кем же ребенок? С соседским мальчиком, с Витей. С каким Витей? С Митей. С Митей. Вполне взрослый, надежный парень. Ну, Толенька, не сердись. Открой ротик, Толенька. Смотри, как дедушка кашку и кушает. Вкусно. Толенька, я тебе сейчас почитаю. Нестерпимая жажда любви охватила Дюруа. Жажда утонченных, изысканных переживаний. Смотри, как он хорошо кушает. Я просто ума не приложу, что бы мы делали без Мопассана. Да. Ну, читай. Да. С сияющим лицом она протянула ему обе руки. Толечка. Читай. Да, читаю. Ну. Затем последовал продолжительный поцелуй. Ну, последнюю ложечку. Давай. Ну-ка. Ам. Вот так. Хорошо, умница. Ну, сегодня кормление прошло, можно сказать, идеально. Да. Ну, где ж твои родители, бедненькая малютка? Ну что ты, Толик, он так давно с ним не встречался, что просто забыл, как они выглядят, да? Ну, жду. Добрый вечер. Можете нас поздравить. Наконец-то утвердили наш проект. Ну что ж, чудесно. Наконец-то вас можно будет хоть иногда встретить дома. Нам дали очередной отпуск. Да, нам удалось достать 2 путевки на 2 недели в дом отдыха. Мы очень устали. А Игорь просто засыпает в мастерской. Словом, нам нужно переменить обстановку. Давайте.
Давайте, уезжайте. А почему на 2 недели? На месяц? На год? Бросайте ребенка. Подкиньте его. Или отдайте его в сиротский приют. Или просто бросьте мусорпровод. Ну, нет. Нет. Это мы с матерью изнемогаем от усталости. Это нам нужно переменить обстановку. Это мы должны бежать отсюда, бежать от вас. Ну, Толик, Толик, Толик. Я уже не Толик. Хватит. Ну, так вот, по этим путевкам в дом отдыха поедем мы. Ну, вот и посидели на дорожку. Я оставляю расписание жизни Толечки. Его нужно кормить строго по часам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну вот, никуда мы не поехали. Зато мы вместе. И целых 2 недели. И это прекрасно. А, Кузьмич. Здравствуй, Василий Васильевич. Здравствуй. Ты что, отбываешь, что ли? Да, дом отдыха. Отдыхать, так отдыхать. Ну да, да. Слушай, пожалуйста, присмотри за нашими, а? Люди молодые, да и Толечка. Вот тебе адрес и телефон. Позвони в случае чего. Хорошо? Слушай, Кузьмич. Разменял бы ты свои квартиры, Надю, в разных районах, а? Выживут тебе дети, как короля Лира. Да-да, вон Хомутов-то из 12-й квартиры. Угол в Малаховке снимает. А? Да. Ну, ладно, там видно будет. Ну, счастливо тебе. До свидания. Счастливо. До свидания. Да, чемоданчик. А, да, чемоданчик. До свидания. Толечка, как ты сюда попал? Это ваш ребенок, гражданин? Кажется, мой. Кажется. Отвечайте точно, ваш или не ваш? Мой ребенок. Что же вы его бросали? Подождите, подождите. Откуда это известно? Коляска стояла беспризорной. Товарищ милиционер, ведите его в милицию, и там разберетесь. Никуда я не пойду. Конечно. Это мой. Спокойно, товарищ, спокойно. Как он сюда попал? Пропусти, ну, как же вы могли? Пропустите меня просто. Ну, не трогайте ребенка. Не трогайте ребенка. Нельзя так. Это мой ребенок. Это наш ребенок. Наконец мамаша объявилась. Ну вот, вся семейка в сборе. Пошли тебе говорить. Разрешите пройти. Вот. Разрешите пройти, товарищ. Вот, современная молодежь. Спи, Толик. Толик, спи. 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 Слушай, старик, ну в чем дело? Почему ты не спишь? Судя по папиному расписанию, он должен не спать, а обедать. Ну вот, все по расписанию. Не человек, а курьерский поезд. Ну, давай ему обедать. А обеда нет, я не успела сварить. Что, смеешься, что ли? А почему ты не сварил ему обед? Ну, я ходил за покрышкой, мне дико повезло. Бедный Толечка. Папа не сварил тебе суп. Легкомысленный папа ходил покупать свои дурацкие покрышки для своего дурацкого мотоцикла. А ты? Как ты могла бросить несчастного беззащитного человека на улице? Мне нужно было сделать прическу. Прическу? Ты посмотри, на кого ты похожа. Очень модная прическа. Ты бы лучше посуду вымыла. В доме ни одного чистого стакана. Возьми, вымой сам. Почему я должен мыть посуду? Все-таки ты женщина. А ты мужчина. Безответственный, никчемный, легкомысленный человек.
Привыкла, что за тебя все решительно все делает мать. Ты и родителей своих замучила. А ты, по-твоему, не замучил моих родителей? Что ты им купил вместо Хельги? Эту мотоциклетку? Так ее ненавидит весь подъезд. Ах, вот как, оказывается, во всем виноват мотоцикл. Да ты посмотри, в чем я хожу. Один единственный раз погладила мне брюки и то поперек. Да гладь тебе сам. Во всех порядочных семьях это делают жены. Ах, вот оно что. Значит, ты женился на мне для того, чтобы я тебя стирала и гладила? Ну, знаешь, у тебя, оказывается, совершенно невыносимый характер. Нет, это у тебя невыносимый характер. Да я больше не желаю с тобой разговаривать никогда. И очень хорошо. И чудесно. И прекрасно. О-о-о. Промазал. Да. Вон того нужно было играть. Видно, все архитекторы и народ невнимательный, а? А у вас что, много знакомых архитекторов? Есть. Среди молодых, правда? Да. Да. Скажите, а вы архитектора Виноградова случайно не знаете? Игоря Николаевича? Да, Игоря Николаевича. Ну а как же? Он же работает у меня в мастерской. И жена его, Людмила Анатольевна. Ну и как они? Кровопийцы. Именно они меня довели до дома отдыха. На днях сдавали проект. 2 часа убеждали меня, что я старый дурак. Что, неудачный проект? Напротив, отличный. Ребята настоящие работяги. Настоящие архитекторы. Простите, как вы сказали? Я сказал, отличные мастера. Кровопийцы. Ваш удар. Анатолий Кузьмич. Да. Я пойду им позвоню. Простите, это наши дети. Все равно мы же уговорились. Пусть поживут самостоятельно. Ну. Никаких звонков и никакого участия с нашей стороны, так? Да, мы договорились. А я волнуюсь. Как они там? Кто теперь гладит Игорю брюки, стирает его рубашки? Одно из двух. Или он ходит в мятах, или они давно спалили всю квартиру вместе с брюками. Ничего с ними не случится. Мы же уговорились молчать. Ты волнуешься? Дыши по-йоговски, как Игорь. Угу. А я сейчас. Я пробовала, мне не помогает. Василий Васильевич? Да? Это я. Здравствуй. А, король Лир. Ну, как там наши? Все в порядке. Тихо, спокойно. Отдыхай себе. Ага. Значит, все в порядке? Все в порядке. Можешь не волноваться, отдыхай спокойно. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Мне нужно немедленно в город. А зачем? На завод вызывают зачем-то. Я скоро вернусь. Ты заедешь к нашим? Ни в коем случае. Что ты? А, вот ты где. Толик! Хорошо. Ой. Же ты выполняешь наш уговор. А? Да. Да. Но ты ведь тоже не на заводе. А я приехал исключительно по делу. А я так и знал, что ты рванешь сюда, как только я уеду. И приехал специально проверить. Ну, раз уж мы здесь, давай зайдем. Ой. Угу. Стоп, стоп, стоп. Мы сейчас же вернемся назад. Пожалуйста. Да. Только отнесем все это? Нет. Будем последовательными до конца. Отдадим пакетики лифтерши, а она отнесет. Толик! Я сказал. Вот так, Толечка. Сначала люди не разговаривают, потом перестают понимать друг друга. А потом появляется объявление в вечерке о том, что такой-то проживающий там-то возбуждает дело о разводе с такой-то, проживающей там же. Ну, хорошо. Ну, я не умею варить манную кашу. Ну, разве это беда? Ну, разве из-за этого можно разрушать семью? Никто так не ставит вопрос, Толечка. Подумаешь, проблема. Учиться готовить можно в 2 счета, не в этом дело. Все это гораздо серьезнее. А в чем же тогда дело, Толечка?
У нас еще нет семьи, Толик, ты понимаешь? Она только рождается сейчас. Она может быть счастливой, может быть несчастливой. И все это зависит только от нас. Ты пойми, Толик, семья – это не только любовь. Нет, семья – это... Вот в энциклопедии пишут. Семья – это союз одного мужчины и одной женщины, связанной между собой взаимными правами и обязанностями. Обязанностями, конечно. А некоторые люди, Толечка, плюют на свои права и обязанности и думают только о своих мотоциклах. А некоторые другие бросают своих детей на улице и бегут в парикмахерскую. Вот видишь, Толечка, значит, придется разрушить этот союз одного мужчины и одной женщины. Ты пойми, что семья – это, прежде всего, огромная ответственность. Я это понял. Я тоже, Толечка. Они, конечно, закаляют Толечку. Может, зайдем? Нет. Нет, все равно пошли. Пойдем. Завтра они приедут и удивятся. Квартир заиграть, как игрушка. Царский обед будет стоять на столе. Старики будут сражены. Им будет приятно. Алиса, да еще зарыдает от умиления и восторга. Пусть наконец знают, что мы самостоятельные взрослые люди. Пусть обрадуются. Завтра начнем работать, все войдет в норму. Слушай, а что, если они завтра не приедут? Как не приедут? Ну так, возьмут и не приедут. Что мы будем делать с Толечкой? Смеешься, что ли? Да. Мы, конечно, взрослые, самостоятельные. Наконец-то мы дома. А мы ждем вас только завтра. Да? Здравствуйте. Мы хотели устроить вам торжественный прием. Прием достаточно торжественный. Выглядите очаровательно. Маленький мой родной. Вот. Малышечка моя. Куколка. Здравствуй. Бедняжка, как он похудел. Ну что, Татьяна Ивановна, он окреп, поправился, вырос вон как. Ребенок болен? Болен? Да что от мамчика? Почему? У него жар. Толик, закрой балкон. А что он ел? Ну как что? Пельмени. Пельмени? Толик, немедленно вызывай врача. Какого врача, Татьяна Ивановна? Час назад ребенок резвился. Вызывай неотложку. Баба, ну зачем же ты нужна? Скорую помощь! Ну вот. Все так и случилось, как я предполагала. Единственный способ спасти ребенка – это позвонить в милицию и лишить их родительских прав. Не успокоиться, пока не доконают мальчик. Простите, но ведь мы все-таки родители. Да какие вы родители? Вы злодеи. Нарочно простудили ребенка. Конечно, нарочно. У ребенка режутся зубки, от этого поднялась температурка. А так прелестный здоровый мальчик. Подняли панику, сами измучились, ребенка замучили. Вам, товарищи, надо пить бром всей семьей и бегтеревку. Рецепт на столе. Пойдем.
между прочим, в хозяйстве. Очень интересные чайники появились, металлические, со свистками. Надо бы ему профилактику сделать. Опять куда-то спички задевались. Гарантийный срок кончается. Зачем вы устроили панику? Потревожили врача? Ну что же, ну бывает, Игорь. Мы заволновались за маленького. Но мы строим новые города, прекрасные квартиры, но мы не можем быть в них счастливы до тех пор, пока не научимся жить друг с другом. Пока не будем добрыми, терпеливыми, чуткими. А я лично всегда была за мирное сосуществование. Мы часто были бессердечны по отношению к вам, даже жестоки. Но ваше отсутствие, мы поняли это и решили, что теперь все будет по-другому. На работе мы архитекторы, нормальные люди. Нас уважают, с нас спрашивают, нам доверяют в конце концов. Но как только мы попадаем домой, мы тут же превращаемся в детей. Нам не доверяют даже собственного ребенка. Мы, конечно, не самые справедливые родители на свете. Нет, я понимаю. Вы устали, замучились с нами. Мы должны разъехаться. Игорь, опомнитесь, что вы говорите. Люся. Игорь, мы жили шумно. Часто были нетерпимы, но мы же любим вас. Это решение окончательное. Анатолий Кузьмич, дорогой, вы поймите, что мы должны попробовать сами, как вы когда-то. Если мы останемся здесь, мы до старости проходим в детях. Черт знает, что происходит. Грустно и обидно. Ведь подумайте, тысячи, миллионы людей прекрасно живут вместе. А семья Королёвых не может ужиться с семьей Виноградовых в одной квартире. Не понимаю. Не понимаю. Электричка уходит к ним через час. Да. Да. Но нужно же им помочь устроиться. Ну, конечно, нужно.